Почему ты мне сразу не сказала? Не успела. Сейчас это не важно. А что важно? Может, хватит отношения выяснять, а? Сейчас реально не к месту. Постой, мы еще не разобрались. Да подожди, у меня сын там. Салих, где мой сын, Салих? Это женщина, это злая женщина. Она забрала ребенка. Куда она поехала, Салих? Я не смог помочь. Куда она поехала? По той дороге. Прости меня, Салих. Валя, разделяемся! Макс, за старшего! Забирайте семью и дуйте на аэродром! Поехали. Метров на 50. И по колесам сейчас шмальну. Нет, там мой сын. Я сейчас. Спасибо тебе большое. Огромное за все. Мы по-другому не умеем, сынок. Вам уходить надо. Скоро сюда боевики приедут. Они могут убить вас. Не в первый раз. Может, с нами? В Казахстан. Я уверен, они вас примут. Здесь моя родина, сынок. Здесь лежат мои предки. Здесь их могилы. А родину предавать нельзя, сынок. Никогда. Махмуд, поехали! Времени нет! Спасибо, отец. Еще раз спасибо! Спасибо! Прощай, сынок. До свидания. Амир, их нигде нет. Обещаю, Аллахом клянусь, я сам приведу его к тебе.
Поехали, живо! Не трогай. Бросайте оружие. Он у меня в руках. Убьете меня, убьете его. Хорошо. Хорошо. Бросайте, ребят. Оружие на землю. Вы тоже. Бросай. Ножи не забудьте. Отойди к машине. Руки подними. Зарина, отпусти ребенка. О, Асет Ниязов выжил все-таки. Прости, не было времени прицелиться. Да, выжил уже второй раз. В первый раз у тебя тоже не получилось. Случайности бывают, хоть я в них и не верю. Зарина, отпусти его, и мы тебя отпустим. Даю тебе слово, отпусти, Зарина! Твое слово ничего не стоит, Хорла. Ты умеешь лгать не хуже меня. Надо же, оба родителя вместе. Давай поговорим. Давай. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, Зарина? Я хочу, чтобы вы все сдохли. У меня нет дороги назад, и у вас не будет. Зарина, успокойся. Отпусти его. Не бери грех на душу. Грех? Ты слишком долго здесь был, тебе запудрили голову. Все эти правоверные делают все исключительно ради денег. И это война ради Аллаха, на самом деле, из-за денег. Денег и власти. Людям по всему миру пудрят голову, обещая райское место. А на самом деле они пушечное мясо. А сливки снимают совсем другие люди. Я не хочу быть пушечным мясом. Ни с какой стороны. Горох наш появился. Хорошо. Мы тебя поняли. Отпусти ребенка. Отпусти ребенка, Зарина! Знали бы вы, чего мне это стоило? Играть по правилам, слушать эту патриотическую хрень в офисе. Значит, все это из-за денег. Ты что, меня упрекаешь? Что, патриотизм сделал тебя богатой? Ты потеряла мужа, оставила ребенка, рисковала собой. Ради чего? Ради медалек и похвалы начальства? Нет. Вот именно. И не надо рассказывать мне про любовь к родине и прочую чушь. Ты просто дура, Хорлан. Кора у нас гости. Что замешкался? Друзья сообщили, что вас едут убивать? Зарина, чего ты хочешь? А? Чего ты хочешь? Убить нас? Ну так давай! Давай, чего ты ждешь? Слишком просто. Я уже сообщила об операции. На вас объявлена охота. И скоро Людям Мира будут здесь. Очень скоро. Зарина, успокойся. Но ребенок тут ни при чем. Отпусти его. Я останусь с тобой. Тебе ведь нужен я. Вся информация о вас у меня в голове. Убьешь меня, и никто ничто не узнает. Так я и поверила. Я слишком давно в деле, Асет, чтобы поверить в эту чушь. Что информацию хранят в голове. Слишком ненадежно, знаешь ли. Он мне все рассказал. Отпусти моих людей и ребенка. А мы останемся. А? За нас двоих ты гораздо больше получишь, ведь так? Согласись, Зарина. Отпусти. Какая же ты. Хорлан, я не дура. Вы знаете, что в любом случае умрете, вам нечего терять. Чем еще поторгуетесь? Ты права. Информация не только в моей голове. Разреши. Асет, нет. Молчать! Вот.
Вот тут все. Флешка и моя голова. Что тебе еще надо? Надо же. На что только не пойдет родитель ради ребенка. Хорошо, что у меня нет детей. Стой! Бросай! У меня плечо болит. Бросай, сказала. Бросай! Информация иногда может быть убийственной. Ты об этом знала? Отец, нет! Приказ доставить всех живьем! Помоги Аксакалу. Черт! Все-таки поймал шальную пулю. Да ерунда, ты не такие сюрпризы ловил. Погоди. Верба. Погоди. Маке. Таксисти, Верба. Макс, Верба на связи. Кто у вас? У нас все хорошо, как слышишь? Дороги блокированы, нужно уходить другим путем. Понял. Все хорошо. Давайте быстро по машинам. Да тут их толпы. Черт подери, этих фанатиков. Нужно уходить другим путем. Может, до границы? Слишком далеко. Мало шансов пройти незамеченными. Верба, как чувствуете, Верба? Что у вас? Верба. Верба, дороги блокированы. Как слышите, Верба? Дороги блокированы. Нужно уходить другим путем. Махмуд, ты знаешь другой путь? Да. Покажи. Кванта, прием. Кванта, вы меня слышите? Кванта, ответьте, это Тенгри. Кванта. Да, слушай. Понял? Есть. Операцию согласовали. Им надо попасть под защиту их миротворцев. Лагерь беженцев. Но если они нас не слышат? Передавай! Кванта, прием, вы меня слышите? Аэродром заблокирован. Вам необходимо попасть в лагерь беженцев. Миротворцы окажут поддержку. Как слышите, Кванта? Кора. Кора! Кора, как вы? Кора! Как вы? Задание выполнено. Все живы. Отходим в лагерь беженцев. Они уходят, Амир! Их прикрывают миротворцы! Шайтан! Почему сразу тогда не сказала? Я сама узнала перед вылетом. Думала, расскажу. Да вернемся. Ты его здесь родила? Да. Взяли их жену и выходили меня. Под страхом смерти целый год прятали. Потом я смогла перебраться через границу. Маму! А его мы вместе не смогли бы. Понятно.
муха. Муха? Где муха? Где? Это муха. Жаба. Курлан, прости меня. Я... Нет, нет, не надо. Ты бы тоже не смог. Это я не знала. Просто понимаешь, это было... Это было... настолько сложно. Все. Все будет хорошо. Живы-здоровы все вместе. Ну что, долго будете смотреть? Как ты думаешь, она в школе стихи Абая учила? Вряд ли. Если бы хотя бы читала, такой бы не стала. Может, сейчас ей почитать, а? Уже поздно. Что выросло, то выросло. Да. Тоже умники нашлись. Папа, говори, настоящий мужчина должен терпеть. Вот я и терплю. Терпи, братан, терпи. Ну все, все, Айша, все. Все позади. Махмуд, если бы ты знал. Если бы ты знал, как я. Ладно. Скоро будем дома. Все будет хорошо. Организуйте нам отдельную полосу. И в этот раз никаких журналистов. Это спецборд. Борт С-220 начинает снижение. Вот и отлично. Официальный пресс-релиз дадим чуть позже. Подготовите. Влад, а где Нурбек Исаевич? На совещании. Потом лично поедет встречать в аэропорт наших. Может, и мы? У тебя вечер, работы нету. Потом встретимся, потом обнимемся и отметим как следует. Ты лучше знаешь что? Вот по этому вопросу подготовьте меня что-то, а? Хорошо. Давай. Алло, Гулечка, ваши психологи готовы? Да, нам надо несколько. И детских, и взрослых. Хорошо, спасибо. А у тебя что? Разрешите доложить? Да прекрати, вон какой полковник у тебя на руках, а? Что плачем? А изменился-то как? Пришлось. Ну, а я все гадал. Думал, тоже источник, а? Да, ладно, об этом поговорим потом. Как бойца зовут? Аблайхан. Аблайхан, поздравляю с возвращением на родину. Машину так машину. Поехали.
Ох, какой голосистый! Мужики, вы как хотите, а я домой. Ага. Еще 3 часа на допросе в управлении сидеть. Зато отдохнем. Ага, отдохнем. Тебе к врачу надо? Ерунда. Пустяки. Зато через месяц красивый шрам будет. Слушай, мужики, я что думаю? Я, наверное, на службу вернусь. Тебе что, адреналин бурлит? А что здесь такого? И деньги, и работа, и родину защищать. Шеф, поехали. Все на борту. Аян, так и знали, что тебя здесь застанем. Ну да. Ну ты как, брат? Не жалеешь, что бросаешь дело жизни? Да не знаю. Все-таки столько лет тут. Да и отец ходил бы по этим кабинетам. Ну, с другой стороны, дело жизни может продолжаться и в другом месте, да? Ну да. Но только как бы с другой стороны. Ага. Там-то, небось, график посвободнее. И обедать будешь нормально. Да тебе только о жратве. Не, ну а что? Не знаю, не знаю. Да хотя я привык к такому ритму, если честно. Вот только не забывай нас. Давай будем сотрудничать с управлениями. Там замутим какую-нибудь операцию. А то же знаешь, когда там нормальная заварушка, не пускают нас. Не знаю, не знаю, посмотрим. Не все же от меня зависит, Ренат. Посмотрим. В общем, ладно, поехали. Давайте, ребята. Удачи. Удачи. Ну-ка. Ничего себе. Далеко пойдешь, Зеленка, далеко пойдешь. Вас зовут Зарина Леонид Каримова. Вам лучше сотрудничать с нами. Будто ты не знаешь. Да, меня зовут именно так. Как давно вы сотрудничаете с террористическими группировками, в частности, с организацией, известной как Армия Ислама? Какой же ты непреклонный, а? Мы же вроде в правовом государстве живем. Где мой адвокат, а? Будет тебе адвокат. О, шеф. Здравствуйте. Я тебе не шеф. У меня с такими, как ты, нет ничего общего. Заканчивайте. За ней приехали. Как же я вас всех ненавижу. А любить нас не обязательно. У тебя на зоне будет масса времени подумать, как ты испортил себе жизнь и родным. Увести. Вяжешь? Носочки. Что-то сегодня с утра захотелось. Это детские носочки. Бахоне бы подошли. Милое дело. Ребенку в таких носках зимой ходить. Да, кому они теперь нужны? К нам, что ли? Не знаю. Thank you.
Слушай. А это наш старший мальчик. Саид. Да ты что? Выходит, у меня три внука. Иди ко мне, иди, иди. Ты что плачешь? Ты домой приехал. Все нормально. Ну что стоим? Давайте домой заходите. Я сегодня как с утра чувствовала. Дастархан накроем. Господи, я сегодня чувствовала. Проходи, проходите. Вернулись. Пойдемте. Мурат, погоди. Сейчас с матерью попрощается. Полчаса, хорошо. Саян, я хотел сказать... Я знаю все. Нет, ты выслушай. Я совершил много ошибок. И отвечу за них. Самое главное, моя семья вернулась домой. Ты присмотри за ними, пока меня не будет. А хорошо, что не мы тогда на броневике поехали. А если бы погоня? Что бы я им сказал?
Извините, уважаемые боевики, мне надо дозаправиться. А они такие: да ничего, ничего, брат, мы пока тут в сторонке постоим, покурим. Да уж, с ними поговоришь. У них же совсем крыша съехала. Взяли такую идею и превратили во что упало. Какую идею? Ислам, брат, религия. Я вот мусульманин. И знаю, что Аллах не призывает к убийствам. Да. Кстати, ребят, я хотел сказать вам всем лично от себя огромное спасибо за успешно проведенную операцию, за выполненный долг, ну и, конечно, за наши жизни. Ну, как говорится, долг платежом красен. Как думаешь, Кора, нас к наградам приставят? На, держи карман шире. Что решили? Дальше куда? Ну, раз с Максом уже заявление подали в управление. Да. Только я думаю, зачем их потрепанные тушки управлению теперь? Какие тушки? Мы очень даже ничего, вон. Сам-то куда? Да, я в бар вернусь. Староват я для службы. Должен же кто-то спецов и ментов кормить, поить. Что, они не люди, что ли? В соответствии с законом Республики Казахстан, руководствуясь со статьями 255, часть 1, 256, часть 2, 257, часть 2, 259, часть 2, 261, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд приговаривает Мамедкаримову Зарину Муратовну 20 годам лишением свободы, полной конфискации имущества, а также лишением гражданства Республики Казахстан. По итогам последних операций Объединенных сил миротворцев и сирийской армии боевики потеряли контроль над большей частью своих территорий. Но тем не менее, на территории под контролем ДАИШ остаются десятки наших граждан. Наша задача, руководствуясь приказом президента, вернуть наших граждан на родину. Че, облачек? Ух, какой красивый самолетик. Аблайханчик. Вырастешь, пилотом станешь? Летчиком? Мама, хочу. Военным истребителем, а? Ты уже за него все решил. А вдруг он захочет стать инженером? Ну или ветеринаром? Ну, Жан, с такой наследственностью. Дед военный, папа подполковник, а мама... Не жалеешь, что шла? Не знаю.
Да. Пока так правильно. А дальше? Я покажу. Покажи мне. Дальше посмотрим. Покажи, покажи мне. Ты куда собрался? Далеко не убегай, хорошо? Что, мы начинаем? Итак, наш сериал приступает к своему началу, старту. Пожелаем всем удачи. Поехали. Раз-два, камера, аппарат. Начали? Да, да. Все не так, как тебе кажется. Саня, слышишь? Все, мы с тобой будем говорить. Теперь научим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
взял бы. Этим патроном была убита главная героиня. Все, брат, я пошел работать. Алибек, у нас же кадра другого не будет. Дубль сделаем, да? Так, все у нас, кто ярко выражен казахский. Стойте, я его убью! Я уберу. Кора слишком долго. Макс! Что? Тишина, боевики! И... начали! Представляешь, как я рад тебя видеть. Так, блин, надеюсь, ты это не вставишь. Давай, давай. Ой, нет, сейчас. Какую точку? Одну точку выбери себе. Да, вот здесь же. Когда это, да, прям дави на него. Когда сильно давишь, он и сам пустит. Если дави, дави, дикин сайл, дави, это удар, катного поржата. Дави, дави. Нет, они такие одинаковые. Стоять, повернись! А что, звука нет, что это? Я ж стыдно. Когда надо уезжать... Hi, hi! Cyrus Kazis... Это кино. Radins. Make a ruse. Я всегда так. Крэнс, this or that means... It's car race. А что фанал is? And my... And the Oscar and the Guter... Хоакин Феликс is in it. Да будет утренний пейзаж четыре друга.
козлетарка, дополнят утренний пейзаж. Машина пламенем объята, вот-вот рвёт боекомплект, а жизнь так кончится. Ассаламу алейкум, такое. Больше историю расскажи. Расскажи, Вадим, историю, как мы с тобой в 90-е захватывали базу. Раз, два, три. Ура!